Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации 1973 года рождения, причастного к распространению в сети интернет призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Приговором Кировского районного суда города Саратова гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса России, с назначением наказания в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием заработка в размере 10% в доход государства и запретом заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов на 1 год. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления установлено, что осужденный, являясь приверженцем радикальных взглядов, посредством администрируемого им в социальной сети ВКонтакте аккаунта распространял материалы, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии. Приговор суда вступил в законную силу.